Синдзяо Рюйю Умуро. Рюйю Тина. Не Самир Ханданович, а Синдзяо Томодаци Тина. Он выступающий в основной стадии Лиги Европы, в групповой стадии. Интер место в воротах занимает Хуан Пабло Карисси, номер 30. И миланцы очень быстро, резво начинают эту встречу. И, пожалуйста, первый несостоявшийся удар по воротам, поскольку свисток прозвучал до удара японского защитника Юту Нагатомо. В воротах Хуан Пабло Карисса, в обороне у Интера в центре 13-й Фредди Гуарин. Ну, а на острие действует под 9-м номером Нагатомо из-за боковой. В минувшем туре в чемпионате Италии Интер был разгромлен Кагляри за счетом 4-1. Здесь на Джузеппе Меацца. И все это по той же причине, его нет в заявке на встречу. Джонатан и Матео Ковачич также по причине травм эту встречу пропускают. Эрнанес. Андреоле. Нагатомо. Нагатомо подвел свою команду в матче с Кагляри, удалился с поля, после чего Андреоле. И вновь через Нагатомо. Выбить мяч из-под ног Гуарина. Едва сейчас не сыграл на перехвате. И подача следует сильная. Успевает к ней партнер вторым темпом. И удар. 1-0. 1-0. Интер выходит вперед. Неожиданный мяч забивают хозяева. Неожиданный с голеадором своей команды. Ну, вот смотрите, вот она подача. Скидка от, по-моему, Эрнанеса. И дальше вынос мяча защитником не совсем удачный. Подоспевший на квалификационной стадии, кто Лиги Чемпионов, кто Лиги Европы. Но матч уже достаточно. И статистика такова, что побед у Карабаха больше, чем поражений. И место в рейтинге. Двукратный чемпион Азербайджана Карабах. В физическом плане теперь команда не будет, не сможет играть. Только лишь думая об обороне, нужно ведь и забить. Кстати, интересная ситуация с стадионом в Магдане, разрушенном городе, по некоторым данным проживает около 350 человек. В миланском аэропорту, когда команда прилетала, сначала по одному. Пели болельщики, после чего все вместе. Напоминает о себе Икарди. Один в один остается с Бодави Гусейновым. Икарди накручивает того. Передача на Нагатомо. Финтит японец, который в прошлом сезоне быть решительной чуточку. В конце концов, никто и не упрекнет, если не удастся обыграть защитника. В статичном положении наблюдает за происходящим. Непонятно. Нагатомо. Ну, может считать, что разница в росте настолько. И многие поклонники Нерадзури, особенно этому факту. Нанес. Нагатомо справа. Прессингует два голя. Завелась и публика. Интером и Карабахом 1-0. Гол Данилу Д'Амбросио на 18-й минуте. К решительным действиям, если команда хочет отыграться. Эльгар Гурбанов на правом фланге, против него Данила Д'Амбросио. И очень здорово ставит корпус итальянский полузащитник. Но Гурбанов все-таки сумел напором взять и, развернувшись, навесить штрафную площадь. Нагатомо на минувшем чемпионате мира не блистал в составе сборной.
Джавида Тагиева, он полузащитник. Но начинал свою профессиональную карьеру в тувузском Туране, после чего в его карьере. Седьмым номером. Медель. Заброс в сторону не самого, говоря, высокого игрока. Садыхов вышел и, вероятно, будет играть в центре обороны. А Адмиртели, как я понимаю, Раноке. Тут уж очень пассивен Интер и на 33-му номеру. Ну, сумели быстро игровым снарядом завладеть хозяева. Наготому принял мяч на грудь, обработал и собирался пробить слева. И удар нанес, но без особого успеха. Обе вела. Наготому. Там. Вот оказался на правом фланге, наверное. Можно было пораньше остаться с мячом. Вот в результате атака Интера возникает. Икарди в штрафной площади. Удар наносит в дальний угол. 2-0 Интер. Увеличивает разрыв в счете. Маура Икарди забил свой четвертый мяч в текущем розыгрыше Лиги Европы. Привело к тому, что мяч был перехвачен. И какую, смотрите, конфетную передачу выполнил Пабло Даниэль Асвальдо. Но Икарди, Рашат Садыхов, находился на расстоянии от нападающего. Не стал ввязываться с ним в борьбу. Вот, смотрите, не сблизился еще игрок Хуан Пабло Кариса, который за два года выступлений за Интер шестой раз на поле появился в стартовом составе. Команда наверняка планирует участие в основной стадии Еврокубков. Набегов с Ринальдо. Вела на правый фланг. Наготома. 5 минут добавил Алексей Кулбаков основного времени матча. Вообще довольно часто в таких ситуациях болельщики задаются вопрос. Ему немного в сегодняшнем матче. Нужно доказать свою состоятельность тренера. Вот носится, как угорелый. Все, звучит финальный свисток Алексея Кулбакова. 2-0 Интер одержал победу над чемпионом Азербайджана. Мячи сегодня забивали Данило Д'Амбросио и Мауро Икарди. Команда Гурбанова играла сегодня достойно, без каких-то серьезных провалов. Отдадим должное гостям, которые...